Добрые поступки на благо общества – дело привычное, рассказывают студенты-волонтеры технического вуза. Добавляют, сейчас как никогда острее ощущают цель своей миссии. Потому участие принимают в акциях по сбору продовольствия для мобилизованных, а также помогают их семьям. Приходят заявки, мы их отрабатываем в помощи как раз таки семьям. То есть убираем участки или же как-то подготавливаем дом к зимовке. В университете создан центр, где мы принимаем гуманитарную помощь. Мы уже отправляли гуманитарную помощь. Более того, наши студенты принимали активное участие в том, чтобы эту помощь погрузить. И наш военно-учебный центр там помогал загружать фуры с водой, с продовольствием. Мы приглашаем всех принять участие в сборе гуманитарной помощи. Неравнодушные работники приборостроительного завода «Ротор». На его территории сегодня развернули большой донорский пункт. Кровь сдавали как сотрудники предприятия, так и члены Союза машиностроителей России и студенты политехнического техникума. На мой взгляд, это хорошая возможность и помощь на нашей стороне, нашей родине. Можно много говорить, рассуждать, спорить, переживать. А можно встать и что-то сделать. Те ребята, которые сегодня мобилизованы, должны чувствовать поддержку тех, кто остается дома. Каждому донору положена выплата около 700 рублей. Эти деньги участники и отправляют на поддержку мобилизованных из Алтайского края. Очень отрадно, что буквально за несколько дней мы получили очень большой отклик. Больше сотни сотрудников были готовы принимать участие в этой акции. Наше предприятие является предприятием оборонно-промышленного комплекса. Мы участвуем в соисполнении государственного оборонного заказа. Поэтому наши сотрудники имеют отсрочку от мобилизации. И для нас очень важно поддержать наших бойцов всеми возможными альтернативными способами, в том числе сдачей крови. Те, кто не желают оставаться в стороне, также могут стать донорами. Для этого нужно обратиться в Алтайский краевой центр крови, пункты которого есть в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Мария Мацаев, Александр Антропов. День с толком.